Мы ежегодно готовы рассказывать родителям о том, какова процедура единого государственного экзамена, какие требования предъявляются, как можно подготовиться к экзаменам, ну, еще многие другие вопросы, на которые мы можем ответить в ходе вот этой встречи. В этом году нам предложены Федерации контрольно-измерительные материалы по истории. Но пугаться не надо. Они, скорее всего, так бывает обычно, базового уровня. Любой взрослый человек, который учился в школе, который интересуется событиями в мире, я думаю, что способен ответить на большинство вопросов, которые будут предложены в этих контрольно-измерительных материалах. Сдача ЕГЭ состоится 28 марта в гимназии номер 4. В 10 утра начнется регистрация, затем специалисты проведут для родителей пресс-подход, в рамках которого ответят на все интересующие их вопросы, а в 11 часов начнется сама процедура.